всех садится. Призыв идет по плану. На сегодняшний день отправлено 2301 человек. Заканчиваем мы 13 июля. Из них 1500 ребят с высшим среднеспециальным образованием. Около 1500 человек окончили школу ДСА и получившие военно-учетные специальности. Сейчас на сборном пункте находится 279 человек. Завтра отправка 100 человек в части центрального, западного и южного военных округов. Едут и в Крым, и в Подмосковье, и в другие части указанных округов. Все идет по плану. Что касается научных групп. Научная рота у нас российские вооруженных силы создана с 2015 года. Постоянно количество увеличивается. Сейчас уже их 12. Мы отправили с Татарстана 19 человек. Ребята уже и служили. А ребята, которые едут в Воронеж, они и в Загорск, они после этого с 1 сентября новая рота образуется в Сочи. Они туда переместятся и там будут заканчивать службу. Занимаются они развитием военно-прикладных научных разработок, все связано с техникой, с вооружением, но уже у каждого конкретно специальная задача там, на местах, на этих вот учебных заведениях они уже занимаются. Вот так коротко я могу сказать. Конечно, кое-что и рассказывать, наверное, нельзя, и поэтому вы понимаете, что они заниматься будут делом. Это очень нужное направление. Многие из них остаются служить в этих научных рутах, уже остаются на контракте или получают офицерские звания. То есть им нравится. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.